В общем, рассказываю сахалинский лайфхак, как в такую погоду, если вы забыли, обнаружить машину. Берешь ключи и жмешь. И ничего не выходит. Но судя по всему, это где-то вот здесь вот. Это пипец. Точно здесь. Точно она. О! Это ж как теперь до багажника добраться? О-о! О! Была машина закопана, стояла раскопана. Сколько мы потратили? Час, два? Полтора, пять.